предыдущей части. Канал Ратух Джорджии. Представляет.
рад тебя видеть. Привет, наемник. Рассказывай, каким ветром тебя сюда занесло? Хм, да у меня за день столько сталкеров бывает. Всех и не упомнишь. С какой радости мне голову ради тебя напрягать? О, деловой разговор пошел. Это другое дело. Слушай сюда. Я тут не первый день торчу. Много с кем дела веду. Заказы выполняю разные, и слову моему верят. Проблема у меня возникла с последним заказом. Заказчик серьезный, а хабар и того серьезней. До времени все шло путем. Сталкеры, что надо, в зоне нашли. А вояки должны были проход через кордон обеспечить. Только вышла у них размолвка. Да такая, что весь кордон на ушах стоит. Теперь расклад такой. Сталкеры с военными на ножах. А где мой хабар, тайна, покрытая мраком? Меня это никак не устраивает. Заказ выполнять нужно. Давай так. Ты мне помогаешь кейс с хабаром вернуть. А я рассказываю про твоего сталкера в деталях. Идет? Дуй к сталкерам. Эти робингуды за насыпью что-то вроде базы организовали. И держат под замком Халецкого. Это так зовут командиры местных вояк. Разбирайся со сталкерами как хочешь. Разрешаю все. Но чтобы кейс с хабаром был у меня. Попробуй для начала пообщаться с Валерьяном. Он у них главный. Я им скажу, что ты от меня подойдешь. Ты что, уснул что ли? Наемник. Ты с кейсом не тяни. Как спрячешь ствол, будет разговор. Да уж заждались тебя. Дуй к главному, быстро. Здорово, наемник. Нечасто вас на кордоне встретишь. С чем пожаловал? От Сидоровича, говоришь? Значит, и про командира в курсе, да? Расскажу тебе все по порядку. Работали мы с военными. Они обеспечивали транзит грузов через блокпост и помогали с информацией. Ну, мы им за это платили отступные. Потом выяснилось, что командир, скотина, работал не только с нами, но и бандитам информацию сбрасывал. Под конец до того обнаглел, что двоих наших продал в рабство, на свалку. Тут у нас последнее терпение лопнуло. Да, ну, спороли горячку. Вот теперь никак не придумаем, что делать. Командир сейчас у нас в заложниках. Ну, как гарантия того, что военные не накроют нас с вертолетов. Только, получается, убить не можем, ну и отпустить тоже никак. Да и этот, он хитрая сволочь, чувствует, что нужен нам живой. На уступки не идет. А ведь только он знает, где спрятан нужный хабар. Если мы этот хабар Сидоровичу не доставим, Сидорович с нами больше никаких дел вести не будет. Если бы нам удалось сломить вояку и узнать, где спрятан хабар, это разрешило бы ситуацию. Интересно, да? У
Ух, как вы все за... Чего уставился, козел? Смейся, смейся. Если охота узнать, где я кейс с хабаром спрятал, ничего нового от меня не услышишь. Катись в зону свою любимую. Ничего, скоро мои ребята всех вас к чертовой матери вырежут, а главаря вашего на мосту повесим в назидание, чтобы все видели и знали, наезжать на военных себе дороже. Даже так? И сколько стоят твои услуги? Вот если я тебя попрошу оказать помощь моим ребятам, ну, например, вынести этих снайперов на насыпь. Иди, иди, Наю. Вот, послушайте, мужики. Ну как, узнал что-нибудь интересное? Конечно, спасут. Им же эта крыса до черта денег должна. Он все операции сам проводил, а денежки в тайник прятал. Хотя... Слушай, родилась у меня одна мысль. Значит, на деле у него есть только двое надежных людей. Служат они вместе на блокпосте, да еще и в доле с ним. Поэтому будут пытаться вытянуть его до упора. Если мы их уберем, командир поймет, что за ним уже вряд ли кто придет. И тогда либо сам расколется, либо мы выбьем из него координаты тайника с хабаром. Деньги мы с тобой поделим, кейс отнесем Сидоровичу. Что скажешь? Есть у меня чувство, что искать их нам не придется. Дружки Халецкого все топчутся поблизости. Ну, видно, планируют как бы половчей на нас напасть. Он небольшой отряд только что засекли на элеваторе. Помоги уничтожить их. Заскучали, мужики.
Уйди, скотина! Я пошел! Я его прищучил! Получай гранату! На тебя! На! Вали его, если выстрелится! Не расслабляйся! Прими его! А, попался! Еще немного подождем. Не расходиться, ждем. На тебе! Прикрывай, я пошел! Держать сектора! Оставаться на местах. Команды разойдись не было. Не расслабляться. Не расслабляйся. Ну все, военные уничтожены. Без своих дружков Халецкому больше не на что надеяться. Теперь мы расколем эту армейскую. Но ты видишь, к чему привело твое упрямство. И сам не спасся, и дружков погубил. Не будет никакой спасательной операции. Говори, где кейс спрятал. Ладно, крыс. Я скажу. В тоннеле, в машине перевернутой. Смотри-ка, раскололся. За гнильцой орешек оказался. Треснул только так. Значит, смотри, координаты тайника у тебя в ПДА. Все, что найдешь, тащи к Сидоровичу. Он, небось, заждался уже. Решил улучшить что? Или поломку исправить?
Найдешь какие детали для апгрейда? Подтаскивай, помозгуем. Таки, я знал, что на тебя можно положиться. Спасибо, наемник, что кейс с хабаром мне вернул. Теперь-то я должок перед заказчиком закрою. Я ведь и живой столько лет только потому, что слово всегда держу. А то в зоне кинул заказчика раз-другой, и все, на раз в спину что-нибудь прилетит. Так, что касается сталкера твоего. Был он у меня. Звать его Клыком. А искал усилители ламповые, еще какую-то электронную фигню. Я в этом не особо, извини. Значит, он один усилитель купил, а больше у меня не было. Я его направил к диггерам, на свалку. На свалке, если не знаешь, недавно откопали кладбище техники, которое еще после аварии на ЧАЭС бросили. Потому деталей старых хоть одним местом ешь. Ха. В общем, выглядывай Клыка там. Захочешь купить чего или продать, заходи. Всегда рад буду видеть. Будет еще что-то нужно, заходи. За то, что помог уладить дело с военными, записываю тебе пожизненную скидку в моей лавке. Ты говори давай, с чем пришел?